А сколько стоит такой клемш? Как он называется? Домашний по 33. Домашний по 33. Двенадцать караваев, да, на один пот ходит, на один ярус. Можно даже больше? Но они хорошо пользуются спросом, да, эти караваи? Спасибо.
ты горячим его режешь, он получается. Мнется, не режется. Ну, ты так не поймешь, что он еще варится внутри. На вкус-то это понятно. Я уже, кстати, себя видел в интернете. Нравится? Не, не очень. Давай лубаем. Там у меня. Там у меня затылок. А теперь вообще ты красавчик. Ага. Страшная сила красавчик. И все, вот только щеткой чистите и... Ну и вот тут вот щетки выметаем щеткой. Сейчас покажу. Вот так. Стынь. И все, да? Ну, бывает, люди купили и не знают, как нам там ее почистить, у нас она очень грязная. То есть каждый раз после выпечки желательно вот так вот смахнуть. А вот у меня, кстати, вопрос такой, знаете, я вот тут сметаю муку, да? Ага. И думаю, ну вот я, допустим, смел, да, вот тут сель. Она, да, туда засыпается. А потом как? А сейчас надо будет остудить печку. И достать камень, посмотреть, что там. Пока нет. Ни разу не доставали? Нет. Вообще не доставали? Мы еще додавили.